Arkadaşlar merhaba. İzvinite, İstivonya adlı mübaşe vereyim ya. Premierin 10 ili 15 minut. Naşe tema hava durumu. Prognoz pagoda. Ne хотел просто записать дождливая, yağmurlu, снежная, karlı, облачная, bulutlu. Решил еще с разными вопросами и ответы на эти вопросы. И в одно время учить вот эти новые слова. Думал, скучно будет, если бы записал только перечисление, то перечислить, как будет дождливое, как будет снежное и так далее. Поэтому давайте посмотрим, как мы будем учить наши слова. Bugün hava nasıl? Сегодня какая погода? Наше слово «Yağmurlu». И ответ на этот вопрос, как замечаете, какой порядок слов, такой же в ответе. Bugün hava yağmurlu. Сегодня погода дождливая. Еще люди yağışlı говорят. Это тоже обозначает, идет дождь. Еще одно предложение. Дышары бакын. Смотрите на улицу. Дышары, это здесь обозначает, то есть на улицу. Yağmur yağıyor. Yağmur yağmak – это начальная форма глагола. Если идет дождь, в настоящее время – yağmur yağıyor. А второй вопрос, может быть, немножко по-другому. Решил еще место записать. Bu hafta taş ucunda hava nasıl? Bu hafta taş ucunda hava nasıl? Какая погода на этой неделе в Ташуджу? Вопрос «Где?» и ответ «Ташуджунда», «Деда». Здесь «н» — это связка. Почему? Потому что здесь «Ташуджу» состоит из двух слов. Получается, это как словосочетание. Поэтому мы ставим здесь «н». Если было бы, например, «Истанбул», «Истанбул» — это только одно слово, тогда просто «да» добавили бы. «Истанбул», «да». Хорошо? А здесь есть слово «таш» — это камень, а есть еще второе слово «уч» — это конец. Словосочетание считается, и поэтому связка «н» добавляем. Если что. Ответ. Bu hafta taş ucunda hava güneşli. Или hava güneşlidir. Письменная форма, да? На этой неделе в taş ucu солнечное. Значит, здесь наше слово «güneşli» — солнечное. Или Bugün hava güneşli. Сегодня погода солнечная. Hadi denizde yüzelim. Hadi denizde в море yüzelim. Поплаваем. А вот третий. Здесь решил вопрос с вопросительными частицами. То есть первые два было там «какая» вопросительное слово было. А в этот раз решил с «мы» задавать вопрос. Вдруг вам нужно будет, да? Например, «Bugün hava karlı mı?» «Сегодня погода снежная?» Уже вы поняли, какое слово мы учим, да? Слово «карлы» — «снежная». Ответ. «Evet, bugün hava karlı. Сегодня погода снежная». А если отрицательное, тогда «hayır» — «нет». «Hava karlı değil». Естественно, вы можете и так отвечать. Hayır, karlı değil. То есть, так тоже можно. Следующий вопрос. Хотел альтернативный вопрос составить, задавать. А что такое альтернативный вопрос? Получается, два варианта есть, да? И в русском языке мы с или делаем. То есть, это книга или тетрадь? Это мужчина? Или женщина. Вот. И в одно время еще изучаем эти темы. Yarın, завтра, hava karlı mı, bulutlu mu? Karlı это у нас уже было, снежная. Погода снежная или, то есть мы говорим ли, bulutlu mu? Получается в русском языке или, как это делается на турецком,
два раза мы добавляем. Карлы мы, булутлу мы. Например, если было бы это книга или тетрадь, бу китап мы, дефтер ми. Это как пример говорю. Вот здесь еще уже знаем, как задаем вопрос, как именно альтернативный вопрос задаем. Мы, ми, два раза используем. Ответ. Ярын хава булутлу. Завтра погода облачная. Бу юзден, поэтому монтуну янына ал. Ал повелитель наклонения. Бери, возьми. Янына с собой бери. Монтуну, куртку. Почему монтуну? Потому что свою куртку. Надеюсь, понятно альтернативный вопрос. Вот другой вопрос. Тоже про погоду. Bugün hava kaç derece? Bugün, сегодня, hava kaç derece? Сколько градусов? Ответ. Bugün 5 derece. Сегодня 5 градусов. Hava çok soğuk. Значит, наше слово soğuk, холодное. Или bugün 35 derece. 35 градусов. Hava çok sıcak. Погода очень жаркая. Здесь еще хочу вам показать артı и eksi. Друзья, слово артı это у нас плюс. Артı 8 это значит плюс 8. А eksi 9 это значит минус 9. Конечно, у нас уже редко бывает, да, минус 9. Если это еще мерси, то шучу. Другой вопрос. İstanbul'da hava sisli mi? В Стамбуле погода туманная? Значит, слово sisli это у нас туманная. Ответ. Evet, İstanbul'da hava sisli. Да, в Стамбуле туманная. Или hayır, нет, İstanbul'da hava sisli değil. Как вы замечаете, глаголов нет. Если глаголов нет, то у нас отрицательное делается с değil. Serin, прохладная, ılık, теплый. Şimdi hava 10 derece. Сейчас погода 10 градусов. Hava serin, то есть погода прохладная. ılık это у нас теплый. Тогда я могу такое предложение составить. Ben ılık havayı çok seviyorum. Я что делаю? Очень люблю. А что люблю, то есть кого что, да, видите, не подъезж, теплую погоду. Ilık havayı. Как вы замечаете, не просто ılık hava, а ılık havayı. Почему y? Потому что у нас кого что, то есть neyi. Не просто не, а neyi. Поэтому neyi sevmek, ılık havayı sevmek. Ne oldu? Что случилось? Niye üzgünsün? Почему ты грустная? Посмотрим, почему. Çünkü, то есть потому что, hava kapalı. Kapalı – это первое значение закрыто. А если про погоду, то пасмурная. То есть, когда погода пасмурная, мы грустим, да? То есть, это ну, портит настроение. Поэтому можно такой ответ. Sanırım, кажется, yağmur yağacak. Будет дождь. Ve и ben bugün de, я сегодня тоже yüzemeyeceğim. Какой простой глагол, да? Yüzemeyeceğim. То есть не буду плавать. Kapalı у нас это уже было, пасмурное наше слово. И наоборот тоже можно, да? Yarın hava açık. Завтра погода ясная. Значит, açık – ясная. Kapalı – это пасмурная. Biraz, немного. Gülümse artık. Улыбнись уже. Раз ясная, тогда можно улыбаться, да? Rüzgarlı. Как вы замечаете, не читаю как rüzgarlı, да?
А здесь, потому что шапочка была, я просто не смог найти, поэтому не мог записать. Получается, старайтесь как я читать. Рюзгярлы, ветреный. Рюзгярлы havada yürümek çok zordur. Rüzgarlı havada ветреную погоду yürümek, ходить çok zordur. Очень сложно. Наше слово rüzgarlı. Fırtına, şторm. Fırtınalı, штормовой. Okullar, школы, fırtına nedeniyle, fırtına sebebiyle. И так, и так можно. Здесь nedeniyle, sebebiyle, это обозначает из-за. Из-за шторма iptal edildi. İptal edildi. Отменились. Значит, каникулы, да? Yıldırım. Молния. Надеюсь, правильно читаю. Dün sabah, вчера утром, tarlamıza, в поле, yıldırım düştü. Мы говорим, молния упала. Düşmek, упасть. Yıldırım düştü. Значит, ударила молния. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Мы уже знаем, если вам понравилось, тогда что делаем? Ставим лайки и подписываем. Görüşürüz.